Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала «Сибирский скиф». Приехали мы с Сан Санычем на очередную рыбалку. Сан Саныч приехал ко мне в гости, всем передает. Привет, привет, передает. Заехал я на свое рыбацкое место. У нас всю ночь шел дождик, но так как у нас берег глинистый, и он очень склизкий, скользкий, если мы даже будем ставить здесь спиннинги, ребят, мы можем просто-напросто здесь упасть. Вон, скользко как. Вон она, глина, жирный, жирный. Поедем мы с ним, поищем другой бережок. У нас время рыбалки не ограничено, можем рыбачить и до ночи. В принципе, можно и посидеть здесь, порыбачить. Так-то тучи вон снова заходят, видишь, дождь такой облажной сегодня у нас. Ночью шел дождик, с утра шел дождик, время у нас обеденное время. Поедем лучше, наверное, на остров. Поехали. Ты был на этом острове? Нет. Там хороший остров. Не везение. Да, ребята, такой у нас остров есть. Ладно, едем рыбачить. Ну, ветерок здесь, конечно, на повороте маленько поддувает, но в надежде, что через часа два-три ветра не будет. Но я думаю, дождь тоже не пойдет, а может быть и пойдет. Ну, нас это не пугает, мы приехали на рыбалку, а не за рыбой. Значит, было установлено два спиннинга. Сан Саныч с тремя спиннингами сидит, как настоящий рыбак. Как ты там говорил? Что я говорю? Про белые камни. Ну, сейчас вспомню, что клён будет как на белых камнях, да? Конечно, поклевки будет очень плохо видно, но постараемся все-таки что-нибудь изловить. Провисла леска каким-то образом, как и сейчас. Посмотрим, может, кто и клюнул. Не. Наверное, никого нет. А нет, ребят, кто-то сидит. Кто-то у нас там сидит. Наверное, окунишка. Во! Есть! Есть, ребята. Смотрите, какой нищаковский этот, а? Даже посерьезнее рыба. Ну как? Вот такой вот, ребята, попался нам под язычек. Под язычек. И закидываем. Отлично. Может, перезакинуть попробуй? Сан Саныч, я не знаю, ну посмотри, попробуй. Перезакинь, может, у тебя рука легче. Попробуй. Прям в лоб сейчас попаду. Ладно, ребята, ждем следующую поклевку. Пробую, вытаскиваю, наверное, сидит. Колокольчик убирай. Чик кверху. Во, есть? Ну, что-то есть, по-моему. Давай, помогу. Да, маленький. Во. О, Сан Саныч, ты молодец, слушай, ты можешь. Да, это сурок, это будущий подъязочек. Я вообще не пойму, слушай. И на этом леска ослабла. А? Давай, на огрызки. Течение, что ли? Еще один, ребята, сурочек. Смотрите, какой красивый. Клюнул на сосочку. Соски, как всегда, отработали. Вот, ребята, какой сурок. Классный. Ничего себе. Я очень рад. Правда, запутал. Вот один минус. Соска путается, капец. Друзья мои. Соска путается. Ладно, распутываем и закидываем.
Итак, ребят, была поклевка. Сейчас подождем. Может быть, кто-нибудь и засекется. Ну, такая поклевка небольшая, нежная, что колокольчики потряхивают, побрякивают чуть-чуть. Но не такая, что прямо как потянул-потянул. Я думаю, может, окунишка какой-нибудь. У меня там, в принципе, соска заряжена, одет червячок и два зерна от кукурузы, то есть кукурузка. Здесь на нем соска одета. Да, посмотрим сейчас. По-моему, кто-то сидит. Сейчас посмотрим. Если что, перекинем, чтобы не было сомнений. Нет, показалось. Сейчас придется заново заряжать. О-о-о, вот это зверь. Вот это зверь, друзья мои. Смотрите, какой попался. Вот почему и плохо клевал окунишка. Ну, заглотил, как всегда, по самые жабры. Ладно. Попробуем все-таки его освободить безболезненно. Ну, безболезненно не получится, нет? Не, ребят, не получилось. Ладно, возьмем кошки. Не получилось безболезненно. Клюнул на червячка он у нас, окунишка. Ладно. Заряжаем соску, закидываем и ждем поклевки. Пошел дождик такой моросящий, промозглый дождь. Одел я настоящий костюм рыбацкий. Была поклевка у нас, ребят, вот на этот спиннинг. Сань, вытаскивай. Там кто-то сидит. Где? Вот на этом. Блин. И на этом, слушай, и на этот клюет. Вытаскивай на этот. У тебя тут катушка неправильно. Нормально, потихоньку. Помаленьку, помаленьку крути. Там ничего нет. Ничего нету, да? Обман был. Обман. Просто-напросто обман. Да. Ладно, давай я закину. Ну, там не все руки. Все не умеют. Ладно, была холостая поклевка. Кто-то клюнул. Закидываем заново. Отлично. Вот это у нас рыбалочка сегодня. Нормальная. Вот мне кажется, что здесь кто-то сидит и все. Сейчас посмотрим, может, окунишка какой-нибудь. Да ё-моё, бля. Эх. Все как-то не с руки. Тот дождь, то это. Не, ничего нету. Ничего нету. Здесь у нас соска. Так, на что у нас, кто что клевал? Так, сосочки у нас здесь, на кукурузу кто-то клевал. Сейчас еще подденем кукурузу. Все. И закидываем заново. На, сазана. Ребят, на этом рыбалка наша завершается. Короче, погода портится. Абсолютно никакой рыбалки нету. Сейчас вам покажу, что мы поймали по рыбе. Значит, переехали мы на другое место. Буквально после первого заброса сразу поймал вот такого карасика. А также поймали, как уже говорил, три сурка. Ну, такая вот рыбалочка у нас, ребят, легенькая.
и неудачная. Сзади меня идет туча огромная, моросит уже такой дождь. Так что собираем спиннинги и уже собираемся домой. Всем пока. Так что вот такая, ребят, рыбалка вышла. Дождь идет и сильный ветер.